Пошло. Ну ты возьми так вот в руки, что. Значит, мы проверяем подачу двух последних патронов в оружии, на которое накручен колпачок 90 мм. С этим колпачком в изначально 8-местный магазин влезает 10 патронов. Но пришлось подбирать пружину. Значит, с одной стороны так, чтобы она подавала последний патрон надежно, а с другой стороны, чтобы 10 влезали. Сейчас 10 влезает, о чем я снимал ролик дома раньше и выложил его, соответственно. Теперь мы проверяем подачу последних двух. Мы заряжаем два патрона. Раз. Два. То есть у нас проблемы с подачей последнего, 10-го патрона из магазина за счет того, что пружина уже практически полностью свободна. Значит, мы пару зарядили, еще 4 пары вместе с, кроме этой выстрела. Стреляем сейчас, значит, просто последовательно заряжаем и стреляем, без комментариев. На затворную задержку встало, следующие два патрона. На затворную задержку встало, следующие два патрона. Еще два. ЗЗ встает. Еще два. То есть мы отстреляли 10 патронов. Это самокрутные патроны с навеской 24 грамма дроби номер 5. Десятый патрон уверенно подается на лоток и происходит выстрел без задержки. Я хочу сказать, что я вот сейчас отбегал всю тренировку, выстрелил около 100 патронов. Задержек не было. Все, спасибо за внимание. Ша.